это он же получается, только уже закрытый. Ну да, панель управления та же самая. Интересно, теплообменник, да? Это же теплообменник получается. Я не пойму, это конденсационный теплообменник, по ходу дела. С коровкой. Передающиеся вам. В сфере производства энергосберегающей продукции мы разработали тепловой насос с применением эксклюзивной технологии. Кроме этого, Китай вносит вклад в экологическую индустрию Кореи, разрабатывая современное энергосберегающее оборудование. Кроме того, вакуумно-вытяжные системы утилизации мусора для многоквартирных комплексов. Что касается, как я уже сказал, алюминия или металла, алюминий или сталь, это выбирает потребитель. И, наверное, для каждой ниши есть свой потребитель. Мы работаем в премиум, мы участвуем в каких-то массовых производителей. У нас есть своя ниша, но не хотелось бы, чтобы в результате сведения производителей, как я уже сказал, не хотелось бы, чтобы они стали присутствовать. Тоже электрокател, да? Я имею в виду, что я их запомнил, но это я как информационный совет участвую во всех обсуждениях наших ГОСТов и участвую в формировании. Интересная картина, она сегодня прослеживается. Кого больше всех интересует толщина стен остальных модельных радиаторов? Оказывается, больше всех она волнует прибор и производители металла и алюминия. О чем это говорит? Говорит о том, что на самом деле